Всем привет! Привет, братва! В тандыре фулл хаус. Вот хребет извлекли. Наша рыба готова к фаршированию. Готовим начинку. Внимание, внимание! Говорит Бирмания. Завтра в сторис моего инстаграма мы объявим двух победителей по двум конкурсам сразу. Так что переходите, подписывайтесь и побеждайте. Сколько масла, Павел? 500 грамм. Рисовать можно, писать можно. Я подпись сейчас тебе поставлю. Лук мы сейчас заведем до полупрозрачного состояния. Так, пошла вода горячая. Крупная морская соль. Рыба любит морскую соль. Соль и лосос. Пачка. Молодой шпинат. Вот молоденький прям. Мы даже его резать не стали. Потихоньку и остатствуем. Начинка готова. Видите, как шпинат скуксился? Раз в 10 меньше стал, да. Открываем наш чемодан. Крупной морской соли. Хорошо. Подпишись. То, что это горячая начинка, это ничего. Это перепелиные яйца с крутой сваренные, предварительно сваренные и почищенные. Ну-ка, примерим костюмчик. Вот это будет самое вкусное. Когда греется, теряет свою остроту, конечно. Но не так уж теряет. Для понту.
Нет, тут прекрасный жар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько будет 6 делить на 2? 2. Ну, Кинто Джан, как обычно, заплатил нам 2 миллиона, ребят, так что все нормально. Икру можем себе позволить. Песня? Вкусно? Что ты говоришь? Сейчас мы тоже, ребят, попробуем. Пробуем. А шпинат, это не шпинат, это же шпинец. Фантастика. Неважно, делаете вы что-то в первый раз или в десятый раз. Даже в первый раз может получиться хорошо, если постараться. Чего вам и желаю от души. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. С нами хорошо, весело и вкусно. Я так думаю. Как воздух. Очень хорошо. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока. Se te pilla.